Город Лисичанск, 16 июля 2018 года. Первая школа города Лисичанска. Видео посвящается всем, кто учился в первой школе, и всем учителям. Вот, пожалуйста, доски мемориальные учителям, которые преподавали в первой школе города Лисичанска. Евграфов Георгий Григорьевич работал с 1948 по 1976 год. Ветеран Великой Отечественной войны. И всем известный Германчук Николай Иванович, который работал с 83 по 2012 год. 17-12, 29 лет посвятил этой школе. Заслуженный учитель Украины, отличник народного образования. Работал учителем физики. Сегодня школа находится по улице Сосюры, 277. Это раньше она называлась первой школой. Сегодня это Лисичанский богатопрофильный лицей Лисичанской міської ради Луганської області, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Сейчас зайдем в школу, немножко снимем. Снимем чуть-чуть школу, как она выглядит. Здравствуйте. Вот лето идет ремонт. Первая школа, первый этаж. Это у нас отсек, где тут малыши доучатся сейчас или нет? Уже нет. У нас взрослые дети. Уже взрослые дети, говорят, да. Только учатся. 8, 9, 10, 11. У нас маленьких нет где-то. У нас все взрослые. Понятно. Директора возьмите большим. Ясно. Спортзале ремонт идет. Везде ремонт вот в школе. Вот так она сегодня. Школа выглядит. Гардероб. Бывшая раздевалка. В общем, многое что не меняется. Ремонт стен только немножко поменялся. Покажем внутренний двор первой школы. Вот так вот он выглядит, где проходили линейки и торжественные мероприятия в первой школе. Мы немножко пройдемся по коридору. Вот приемная директора школы. Там в глубине у нас. Да, спасибо. Думаю, всем, кто здесь учился, достаточно посмотреть школу и преподавателям. Вы выходите уже? Да. Да, я закрыла слово. Куда вы пойдете? Спасибо. Вот даже сегодня в школе есть подъем для инклюзивных людей, то есть с ограниченными возможностями. Так. Порог школы, ступеньки как были. Мягкий какой нужен. Спасибо, показали школу. Вот нынче такой ландшафт перед первой школой. И немножко покажем еще
школьный двор. Так выглядит сегодня первая школа. Здесь когда-то сдавали 100-метровки ученики. Сегодня не очень ровный асфальт. И по всей видимости тяжело будет школьникам здесь бежать, не споткнувшись. Вот классы, везде поставили уже евроокна, рябина как красиво растет. Итак, помашем школе привет первой Лисичанскому многопрофильному лицею. Смотрите сайт Zaras.info.